Привет, друзья! Сегодня в Охотника.нет отстрел на 100 метров, сравнение FX против Рока. То есть винтовка FX M3 Impact, самая последняя, самая современная винтовка из всех, которые сейчас существуют, в том числе и у компании FX, и Егерь. Это Егерь чоковый со стволом 470 Lotter-Walter с редуктором. Вы всегда обращаете внимание в основном только на прямоточные версии Егеря под самые тяжелые полнотелые пули. Здесь же, соответственно, свои преимущества. Оговорюсь, это моя любимая винтовка от Рока, несмотря на то, что она не стреляет полнотелом. Она оснащена редуктором, то есть у вас редуктор настроен на 140, и заправив винтовку до предела, у вас есть стабильные порядка там 60 выстрелов, если мы рассматриваем родную бутылку, родную колбу 0.45. Стрелять будем одинаковыми пулями GSB King Heavy весом 2,2 грамма на одинаковых скоростях, на 2,75. FX может гораздо больше, Егерь не может, поэтому дадим старичку поблажечку. Как я и говорил, стрельба будет производиться на 100 метров. Сделаем две группы. Магазин у Егеря имеет 8 комор. То есть 8 пуль он вмещает, у импакта 25 пуль, но должно быть все честно. Поэтому 4 пули из импакта, 4 пули из Егеря. Наша мишень, установим ее на 100 метров, но для начала нам эти винтовки нужно дозаправить. Возьмем наш компрессор New Warrior Luxury Mini. Самая надежная новинка из портативных компрессоров. Установили компрессор, все подключили. Он также удобен тем, что не нужно следить за давлением. Сейчас мы подключим на квик. При покупке компрессора не забывайте про переходники. Зачастую винтовки их требуют. Выставляем давление 250. Закручиваем травочный вентиль. Не слышу, работает или нет. Наверное, два раза кнопку нажал. Не слышно, работает он. Компрессор поехал работать. Вот стрелочка пошла до давления в винтовке. Сейчас она сравняется и будет производиться заправка. То есть у компрессора есть автоматическая отсечка по достижению давления. Наша заправка подходит к концу. Сейчас реле отключит его самостоятельно. Вот он отключился. Стравливаем давление. Выключаем. Отсоединяем штуцер. И убираем компрессор. Импакт заправлен, сейчас пойдем стрелять. Ну, как я говорил, будем стрелять на 100 метров. Повезло с погодой, вот сейчас только-только начнется дождь, ветра нет вообще, что удивительно. Обычно перед дождем очень все плохо. Не закрыл я барабан.
по-моему, завершающий выстрел. Пока все идет отлично. Нет, еще один у меня. Еще один есть. Все, 8 пуль мы сделали. Ребята, там группа охрененная. Просто бомба. Так, я ее взвел. Ну ладно. Сейчас поставим на предохранитель. Возьмем Егорку. Егорка у нас будет жить на мешках. Так. Все неудобно, ни хрена. Так сделаем. Так вижу мишень. Пули те же, скорости абсолютно одинаковые. Ветер уже. Громче, намного громче Еги. Модератор работает, конечно, не так превосходно, как у FX. Ну что, пойдемте смотреть, что там у нас вышло. Ну, я, честно говоря, на камеру 100 лет уже так не стрелял. По крайней мере, с FX получилось все великолепно. Но когда уже начал стрелять с егеря, все-таки ветерок подул, зараза. Похуже там будет точно. Вот успели до дождя. Надеюсь, мишень не растечется, пока мы будем до нее идти. Зато комары не так донимают.
О, ни хрена себе. Офигеть. А, первая группа с FX на 100 метров. Шок. Просто шок. Даже мерить не надо. Бомбовая. Вторая группа, ну блин, тоже шикарная. Но похуже, конечно. Третья группа. Ну вот с егеря, в принципе, так обычно. С редукторного обычно так и стреляю. Мне нравится поэтому эта винтовка. Только почему-то тут 5 пуль. Хотя стрелял типа 4. Здесь 3. А, ну значит я мишени просто перепутал. Может как раз последнюю пулю. Но здесь вот расползлась группа. Ну, ветер уже подул. Тут я уже, честно говоря, сам ничего не смог бы сделать. У меня опыта не хватает для этого. Вот. Ну вот, как бы сравнение FX с егерем. FX, да, лучше. Лучше. Вот. Но егерь, я считаю, вот эта группа порядка там 3 сантиметров на сотку с редукторного. Ну, блин, не каждый прямоток покажет такой результат. Дождь. Будем уже собираться. Пойдемте, я доволен. Очень доволен. Винтовки FX и редукторные егери. Очень их советую. Это моя любимая винтовка от ROG. В охотника.net в наличии всегда.